В этом видео я расскажу вам, как заварить вкусный и ароматный чай из пакетика. Казалось бы, чего здесь сложного — заварить чай из пакетика. Но на самом деле, чтобы чай получился вкусным и ароматным, на самом деле это целое искусство, правильно его заварить. Итак, что нам понадобится? Нам понадобится вот такая вот стеклянная заварочная кружка. Но если у вас такой нет, вы можете заваривать чай в обычной своей кружке при помощи ситечка или как вам удобно. Нам понадобится 1 столовая ложка измельченных сушеных мандариновых корочек, несколько засушенных листиков мяты и, собственно говоря, сам пакетик с чаем. У меня это Greenfield Golden Ceylon. Итак, помещаем все ингредиенты в нашу стеклянную кружку. Вот, как вы видите, я поместила все ингредиенты в нашу стеклянную кружку. Она состоит из вот такого вот фильтра, который не позволяет проникать мелким частичкам, листочкам, корочкам в наш чай, но позволяет отдавать им весь свой аромат нашему чаю. И вот такой вот стеклянной крышечкой, которой этот чай потом закрывается. Теперь нам необходимо залить в кружку кипяток. Я не использую никогда кипяток 100 градусов, а даю ему немножечко остыть, чтобы он был примерно 90 градусов. Итак, мы залили кипяток. Теперь нам необходимо закрыть наш чай крышкой и подождать 4-5 минуток, чтобы чай заварился до той крепости, которую вы обычно пьете. Мне нравится крепкий чай, поэтому я подожду минуток 5. Пять минут прошло, и наш ароматный чай готов. Открываем крышку. Обязательно насладитесь ароматом заваренного чая. Теперь нам нужно достать фильтр. Подождать, пока вся жидкость течет в чашку. И теперь вы можете добавлять сахар и наслаждаться очень вкусным и ароматным чаем из пакетика.